А вот в этом зале одновременный сеанс массажа ступней могут проходить сразу 22 человека. Я полагаю, среди них были и известные люди в России, такие как Александр Карелин, Александр Абдулов, Игорь Угольников, Лариса Долина и так далее. Много здесь было кого. Сюда, в медцентр, мы еще вернемся. А пока посмотрим, как выглядит здесь стандартный номер. А рядом с этим отелем, Pearl River Garden, находится вот такой парк небольшой. Кстати, здесь хозяин русский. И вот этот аттракцион, тарзанка. Есть много видео на YouTube, где люди прыгают на нем и теряют сознание.